Здравствуйте, мои дорогие. Вот кажется, куда такое ведро может сгодиться? Ну, только выбросить на помойку, да? Что это? Что это такое? Но я постараюсь вам доказать, что ему найдется место достойное на участке. Давайте попробуем. Я развела цемент в воде. Ну, такой, видите, вот. Чуть погуще воды, как жидкая сметана, что ли. Так. И сейчас опускаю туда тряпочки. Начинаю обматывать ручки сначала. Вот что получилось. Вот такая вот ручка. Теперь в этот раствор я опускаю большой уже кусок ткани. Теперь нам нужно взять веревочку. Ну вот что получилось. Сейчас я обрежу лишнее вот здесь. И пусть оно подсохнет. На следующее утро я развела цемент и буду сейчас промазывать все это. Все. Промазывать, видимо, придется еще один раз, чтобы оно покрепче было. Такой, видите, цемент такой жидкий. Вот. И промазать нужно все. И ручку эту. Так, со всех сторон обязательно. Потом дать еще высохнуть. Наверное, тут в тени плохо видно. Но вот я промазала ручку. Вот это вот. И надо промазать все.
Все промазать надо. Зеркальный металлик. Такая корзиночка у меня получилась из старого ведра. Цветы пока сажать рано. Я посажу петуньи в него. Спасибо всем за внимание огромное. Кому понравилось, ставьте лайки.